Филигранно владеть шариком и ракеткой без соперника может каждый. А сойдитесь вы лицом к лицу с противником в настольном теннисе. Здесь придется попотеть. В этот раз на турнире были не только журналисты, но и блогеры и представители индустрии развлечений, ведущие свадеб или корпоративов. К слову, они играют весьма неплохо. Так, один из представителей эвент-сферы в дебютном для себя турнире занял призовое место. Соперники серьезные. Серьезные соперники, два мастодонта, ветерана дали мастер-класс, как играть. Поэтому... А так, конечно, было тяжело с всеми соперниками. Сложно, старались, как могли, бились. Как мог, бился и я. Главная задача была выйти из группы, чего, к сожалению, у меня сделать не получилось. И все же из трех матчей одна победа. В итоге игр группового этапа в утешителем для себя финале я сошелся с коллегой, другом из телеканала «Катунь-24» Артемом Тарасовым. Я старался играть с толком, и на мой взгляд, матч получился интересным. Вот кто побеждает. Толк. И все же результат не главное. Куда важнее общение с коллегами и теплая встреча с друзьями. 2 года как переехал, да, из Красноярского края, но я там про такие турниры, конечно, не слышал. Вот. Поэтому мне кажется, это интересно, во-первых, и для вас, участников, и для популяризации настольного тенниса вообще в Алтайском крае. То есть алтайские журналисты самые спортивные? Да, ну мы будем идти к тому, что... просить Федерации Сибирского региона проводить свои турниры, и, может, как-нибудь проведем здесь первенство Сибири среди журналистов. Первый раз участвую в этом турнире, хотя знал, что в те годы тоже проводились какие-то кубки, тоже среди СМИ, журналистов. Но вот руководство направило первый раз, ну, вроде бы, как бы первое место, привезу в Павловск кубок. Если золото отправилось в Павловск, то серебро и бронза остались в Барнауле. Их завоевали Сергей Герасимов и Евгений Сычев. В этом году подобный турнир по теннису провели уже дважды. Теперь небольшой перерыв, чтобы потренироваться и уже осенью снова сойтись в бою. Надеюсь, там смогу принять участие и я, чтобы с толком для толка добыть золото. Дмитрий Дроздов, Вадим Быстревский. День с толком.